Друзі, вітаю, ви на першому міському. Мене звати Іван Дочек. Це проект «Інтерв'ю дня». Сьогодні до нашої студії завітали голова Криворізької міської федерації риболовного спорту Голюк Станіслав та керівник напрямку ловлі риби на фідер Бурдейни Олексій. Панове, дуже дякую, що сьогодні з нами. Ну, по-перше, до Станіслава питання: як створилась Криворізька федерація риболовного спорту? Яка в неї історія? Як це відбулося? Ну, это уже не очень, можно сказать, давно произошло, но еще даже без меня, без моего участия. Собралась инициативная группа наших рыболовов криворожских, которые совместно выезжали на рыболовные сессии, проводили вместе хорошо время на природе. Ну и так вот пришла идея подтянуться до наших коллег с Днепропетровска и создать подобную организацию у нас в городе. И в дальнейшем заниматься развитием рыболовного спорта у нас в городе для продвижения наших спортсменов на всеукраинских соревнованиях. А коли ви кажете про спортсменів, як це розуміти? Для мене все завжди було, ну, ти рибак, то рибак. А зараз кажуть спортсмен вже. Да, риболов, спортсмен — это вообще смешно, да? Це як? Ну, это человек, который более серьезно подходит к риболовной, вообще к рыбалке, к рыболовным сессиям, рыболовным выездам. Здесь начинается серьезность подхода, начиная от каждой мелочи, от крючочков и заканчивая всем необходимым инвентарем. Плюс ко всему, как бы говорят у спортсменов-рыболовов, самое главное — это рыба. Рыба — наш друг. То есть мы должны после наших соревнований, после наших рыболовных сессий, как можно меньше наносить урон нашим природным ресурсам. То есть поймали рыбу, сфотографировали, взвесили и отпустили. Угу. Ну, это как бы наши главные цели. Дальнейшее, то, что, к чему мы идем, как я говорил уже, это подготовка наших спортсменов, их, можно сказать, выращивание и дальше продвижение их на выездных соревнованиях. Так вот уже, можно сказать, по доброй традиции, в этом году второй раз за наше существование, нашей федерации, наша команда по фидерной ловле. Фидерная ловля – это ловля на кормушку, от английского слова «to feed» – «кормить». Второй раз наш город представляла команда на всеукраинских соревнованиях. Ну, да. И как выступила? Ну, в том году выступили получше, чем в этом году. Но, тем не менее, были не последние. Спортсмены набрались опыта. Ну и надеемся, что в дальнейшем покажут довольно хорошие результаты. Так, Олексій, як, до речі, ти прийшов до того, що став спортсменом? Це по-перше. А як змагання проходять? Я не розумію. Зараз розкажу. Прийшов я спочатку в спорт, мене Стас підтягнув, попросив, говорить: поїдь, допомоги з організацією процесу всього. Я поїхав, посмотрел, думаю, чому б мені не поучаствовать? І на следующий год зареєструвався так же само на соревнования. Ну і как бы, в принципе, с первого раза четвертое место занял. Это неплохо. Среди, если не ошибаюсь, тогда было 19 участников. Да, где-то так было. Ну, занял, и мне вот с этого времени понравилось все это действие. Я начал выступать. Змагання, як проходять? Змагання проходять зловив, да, в два дня, виходить, перший тур і другий тур, по 5 часов. Сначала идет жеребьевка секторов. Ну, там, допустим, мы команда из двух человек. Я в зоне А, Стас в зоне Б. И у каждого есть сектор, там, с первого по, грубо говоря, там, 15-й. И в зоне А вес важит, там, допустим, сколько наловил больше всего. И в зоне Б. И вот, допустим, если я первый в своей зоне, так, Стас второй в своей зоне, то у нас общая сумма баллов 3. Чем меньше, грубо говоря, баллов, это тем лучше для команды и для себя лично. Есть личный зачет и командный. Получается, если чем больше ты рыбы наловил, це краще. Це краще. Угу. А и для тебя, и для команды. Фидер, це що таке? Ну, от англійського слова to feed, кормить, получается. Это кормушка обычная. Ну, а в ней корм и поводок. Ну, это так и пошло от этого. Это все пошло от англичан, они это все выдумали. Все виды рыбалки пошли от Англии. Но, знаете, хлопцы, ну, не спортсмены выезжают на рыбалку и кажут, что задоволення, спілкування с природой. Вы от чего задоволення отримуєте?
чем больше поймаешь рыбы, чем больше весом, тем больше удовольствия. И для тебя это, можно сказать, как бы каждый шаг к ступени, к высшей ступени рыболовного спорта. То есть есть у нас люди, вот на последнем Кубке Украины, чемпион мира, между прочим, который наш проживающий коллега в Киеве, поймал за 5 часов ловли 9 килограмм рыбы, 260 штук. Это, то есть практически каждую минуту он доставал по рыбе. При этом, что заброс был в пределах 25-30 метров кормушки, это необходимо было забросить, вымотать, забить корм в кормушку, надеть на крючок и снова забросить. Поэтому... Слухайте, а як майстерність можна оцінити? Ну, я то не рибак, і ви вже це зрозуміли по моїм питанням. Ну, дивіться, ну немає водойм риби, то її немає. Як ти вгадаєш, коли вона там буде? Вона завжди там є, її просто треба знайти. Правильно знайти ключ. Ну, в основному це все залежить від рельєфу дна. Вона, чаще всього, риба присутствує в якомусь определеному рельєфі дна. Перепад глибини якоїсь, або якась рослинність. Или... Тобто ви приходите на сектор і повинні розуміти, яка там... Да, є спеціальне, таке називається маркерний грузик, це такий тяжкий грузик. Ми його забрасуємо в воду, просчитуємо глибину, просчитуємо дно, виміряємо. Ну там, це вся така система, к этому треба довго вчитися і приходити к этому всьому. Так швидко не об'яснити. І от, коли ми знаходимо там определений участок, ми розуміємо, що там на такому-то определеному участку водойма должна там быть такая рыба. То есть все приходит с опытом. Да, это то есть просто... рыба есть у нас везде, во всех водоемах. Только в зависимости от выбора места ее может быть больше или меньше. Может быть видовой состав один, может быть видовой состав другой. То есть здесь необходимо постоянно искать, постоянно пробовать. А в соревновательном режиме, что еще очень хорошо, когда ты сидишь не один на берегу, а сидят довольно такие же сильные спортсмены, кормят своими разными вкусностями, и рыба как бы в таком прессинге она просто рассеивается. Ну так, есть что выбрать. Да, конечно. И здесь уже необходимо быстро уметь перестраиваться. То есть первое, это у нас, не говорю уже про оснащение, которое должно быть все необходимое и дублирующее иметь, и удилища, и большое количество поводков. Второе, это необходимо уметь найти, где рыба находится. Третье, это уже уметь быстро перестроиться с одной тактики на другую. То есть вы ловили один видовой состав рыбы, видите, что слева-справа начинает более активно ловить другой вид рыбы, которая более тяжелая. Вам необходимо быстро уйти от одной тактики, перестроиться и начать ловить рыбу другую. То есть... Як складно, слухайте, хлопці. А дорого взагалом підготувати себе до цього спорту? Дуже. Очень ну, дорого. Якісь цифри назвіть. Скільки, скажімо так, у кожного з вас ну, такий комплект? Ну, більше 20 тисяч гривень. Угу. Это как бы, в принципі, мінімальний. Это если уже серьезно. Если да. Как бы для начинающего, который человек хочет себя как бы только попробовать в рыболовном спорте и определиться, это стоит, не стоит продолжать в этом направлении, здесь можно обойтись там в пределах 5 тысяч. То есть это какой-то стульчик, кресло, удочка, катушка. А как вы до звичайних рыбаков относитесь? Отлично. Мы организовываем ежегодно по несколько фестивалей для как раз начинающих рыболовов. Проводим фестивали, в которых немного облегченные, можно сказать, правила, как для новичков. Также общаемся, подсказываем. Помогаем, расскажем, как правильно ловить. Наше место богато на водоймище. Да, у нас такое географическое расположение, можно сказать, нам повезло, что вокруг города есть 4 водохранилища довольно большие, плюс реки, ставочки, даже в черте города. Мы не брезгуем и проводим соревнования, таким образом привлекаем большее количество людей до рыболовного спорта, а также показываем, как необходимо ловить рыбу и, можно сказать, воспитываем бережное отношение к природным ресурсам. Так вот у нас помимо этих выходных, которые будут проходить на соревнования на Макартовском водохранилище по ловле рыбы на фидер, мы планируем 5 августа провести в городе, в парке имени Гагарина, соревнования по спиннинговой ловле с берега, где также смогут все желающие просто прийти посмотреть, как ловят рыбу профессионалы на спиннинг. И самое главное, что увидят, что в черте города
можно будет поймать довольно неплохие рыбки и большое их количество, что тоже как бы радует. И... И сколько налічує зараз у вас человек в федерации? 57. Да, 57 активных участников почти 60. А як готується, вибач, а як готується до змагань спортсменів? Як це тренування чи я не розумію? Да, правильно ви говорите, як ко всім виїздам на в будь-якому виді спорту необхідно тренуватися. Так і здесь необхідно оттачувати своє майстерство, скорость, тактики, пробувати, яку необхідно строїти тактику на дані змагання. Ну, більше їздити нужно, більше ловити рибу. То есть заниматься своим любимым делом, тогда как всегда результат. Рыба ведет себя на тренировке по-другому. Да как она себя ведет? Она клюет, а на соревнованиях не хочет. Да, то есть выстраивается обычно, как всегда, в 90% случаев ловится рыба до соревнований в одном темпе, на одни, можно сказать, крючки, длину поводков, прикормки она предпочитает, другие. Во время тура, когда к ней, как я говорил, уже много вкусности начинает сыпаться или меняется резко погода, она начинает себя вести капризно. И здесь вот уже начинается как раз вот одно из качеств рыбового спортсмена – это быстро перестроиться и найти ключик к той вот желанной рыбе. А это правда, что вы на змаганнях у вас только одна будка, так? Да, конечно. А це різниця спортсмена, так, від звичайного, звичайного. Чому саме одна? Ну, там, опять же, на дві удочки ми не успеємо, это раз. Потому что интенсивность клёва там доходит до минуты, там 40 секунд, 50 секунд, минута. Если так на дві удочки... Слушайте, я не розумію, як це так швидко? Де той кайф? Ти сидиш, спілкуєшся з природою, і, ну, там, я знаю, хвилин 10-15, і тоді... Азарт, это все азарт. Когда... Да, вот ловит сосед больше, ты еще быстрее начинаешь ловить. Это все азарт. Это... Вот как бы одна из тактик на соревнованиях. Стоит задуматься, ты будешь сидеть и делать паузы по 5-10-15 минут, да, ты можешь поймать там одного-двух карасей, которые будут там внушительных размеров, там до килограмма, допустим, может даже и за килограмм бывают такие случаи. Но рядом сидящий спортсмен может ловить рыбу в минуту по 2-3 штучки. И за счет вот общим количеством, и хоть даже будет средний вес рыбы довольно маленький, но общий вес будет намного больше. То есть здесь вот как раз тренировка и дает нам понять, что необходимо ловить, какой вид рыбы, какой будет средний вес рыбы, на что мы можем рассчитывать. Слушайте, есть... а можно схитрувати, приехать за, там, за сутки на це місце, там, где ты будешь ловить? И уже ее прикормить? Нет, так не получится. Это очень хитро. Так. У нас слепой жребий. Судейские бригады, которые занимаются организацией соревнований, построение, жеребьевка, контроль во время ловли, подготовки. То есть, как бы, есть хитрости, некоторые хитрят, как, ну, тем не менее. А вы казали, что два дня, так, змагання? Да. Це ви, як, залишаєтесь, так, на цьому місці, да. Ночуєте і... Да, да. І... Палаточний городочок устраиваем. Угу. Та взагалом, яка атмосфера на змаганнях саме? Ви як? З осторожем таким один на одного? Чи нормально спілкуєтесь? Спочатку в турі сидимо, друг друга смотрим косо, а потім дружна компанія, збираємося за общим столом, обсуждаємо ловлю, у кого як вийшло, у кого не вийшло. Ну, Но большинство рыболовов спортсменов все свої секрети не висказують. Особливо во время соревнований. Риболовний спорт і загалом рибал – це ж величезний бізнес, так? Ну, да. Думаю, якщо взяти стоїмость всіх необхідних снастей, то определеним людям це, звісно, приносить доволі неплохий доход. І дуже цікаво про чемпіонат світу, що таке загалом є? Приходять. Зараз в Італії в даний момент йдуть у них офіційні тренування. В цю суботу-воскресенье буде вже офіційний старт, і у них буде чемпіонат світу. Чемпіонат світу начислюють там, якщо я не ошибаюсь, около 20 стран. Я так розумію, що є збірна України? Є. От можемо сказати про збірну України. Перший взагалі чемпіонат світу пройшов у 2011 році в Італії. И на этом же чемпионате мира в личном зачете сборная Украины взяла первое и третье место.
То есть это был как бы положен очень довольно хороший старт. Еще учесть в то, что данный вид ловли считается английским. То есть, не разумею. Ну и тем не менее Украина довольно неплохо себя показала на первом соревновании. Ну и в дальнейшем, в том году мы заняли на клубном чемпионате мира третье место. Поэтому как бы... Ну англійці загалом в футболі перемагали з 66-го року, хоча футбол вигадали. І бачите, і в цьому спорті також. Про культуру хочу дуже поговорити, загалом рибаків і тих людей, які займаються цим. Ну, ми неодноразово бачили і на нашому телеканалі репортажі з приводу того, що сміття, того, що погано себе поводять люди на цих заходах. Коли ми вже почнемо нормально... От отличие всього рибака від спортсмена. Спортсмен завжди за собою бере весь мусор, з собою забере в пакети. Ми завжди після соревнування робимо как бы, такий міні-суботничок, убираємо. Ну, 15 пакетов таких мусора за всеми, не только за собой, за людьми убираем. Мусора очень много. Не знаю, как людям донести это все в голову, что чтоб они убирали за собой, но мусора очень много. Везде. Вот мы катаемся в таких местах, что даже, блин, ну а людей мусора оставляют. Чи багато випадків ви знаєте там з приводу браконьєрства і так далі? Ну, к сожалению, это больная тема, так же, как и мусор. Насчет мусора, да. Ну, думаю, как бы не слишком это заметно, но постепенно, небольшими шагами мы движемся вперед, и все немножко меньше становится как браконьеров, так и людей, которые недобросовестно вывозят мусор. Ну, не знаю, может, как-то связано и с... То, что в данный момент и начали больше определенные структуры на это обращать внимание, все-таки некоторые начали уже немного бояться этим заниматься. Ну, может быть, еще по каким-то причинам все-таки до людей, может, доходит, мы на это, по крайней мере, надеемся. Як попасть до вашей организации? Что для этого треба? Желание. Желание ловить рыбу, общаться с близкими по духу людьми, ну и выезжать на природу, ловить больше рибу, віддихати. Ну і думаю, все вийде. Слухайте, ну наостанок, ну розкажіть хоч пару секретів якісь. Зараз нас дивляться багато людей, які на цих вихідних навіть поїдуть на рибалку. Ну ось, от що ви посилите? Щоб кльов був. Ну, треба ловити. Не спати. Не видаємо. Це все годами наработана тактика, не видаємо. А якісь фішки такі, не знаю, хтось на хробака топлює, хто ще. Ви що робите? Ну, нам плівати не обов'язково. Буває, кипятком обдаємо опариша. Да, є багато хитрості, тобто навіть по приготовленню живих компонентів. Также есть и покупные разные смеси, которые добавляют и запахи, и меняют совсем свойства и прикормки. Ну, в общем, это полигон, который необходимо, скажем, каждый раз проходить. За день не пробовать, да. Это все надо время. И останнє. Рыбаки, вони досить такі люди, які, ну, прибільшують трошки, так, свої досягнення. Але все ж таки, ваше саме серйозне досягнення в вашому спорті? Ну, ми являємося неоднократними победителями нашої федерації. Також ми займаємося... Ні, конкретно, чи саме велика риба, чи там саме великі кілограми? Саме велика в мене зафіксована риба була, це карп весом 5,5 кілограмів. Но был у меня белый амур, который был еще более размера, но у меня под рукой в тот момент не было весов, поэтому как бы это я говорю честно. О, это про что я сказал. Хлопцы, бажаю успехов вам в вашем спорте и коли змагання еще раз? В эти выходные на Макартовском водохранилище в селе Чумаки. Приезжайте, все желающие, посмотрите, пообщаемся. Голюк Станіслав, голова Криворізької міської федерації риболовного спорту та керівник напряму ловлі риби на фідер Бурдейний Олексій. Сьогодні були у нас 6 студії. Мене звати Іван Дичак. Залишайтеся на першому міському. До побачення.